Очередное заседание городского совета депутатов началось с поздравления. Глава муниципального образования Сестрорецкое городское поселение Владимир Иванов поздравил с днем рождения Викторию Головчанскую. Владимир Джемович поблагодарил коллегу за ответственное отношение к обязанностям депутата и пожелал Виктории Викторовне здоровья и побольше поводов для улыбок. Далее депутаты продолжили работу в соответствии с повесткой дня. 16 мая наш город отметит свой 92-й день рождения. По традиции на торжественном вечере, посвященном этой дате, состоится вручение памятных ленты и знака почетному гражданину города Сестрой. В этом году этого звания удостоен Александр Широкожухов. Кандидатуру Александра Александровича выдвинули городская общественная организация инвалидов и муниципальное казенное учреждение «Городская служба». Кроме этих двух ходатайств в комиссию также поступили предложения от Леноблтеплоснаба о выдвижении на это звание начальника Сестройского участка Андрея Александрова и от Сестройской ЦРБ врача-кардиолога Нины Павловны Глионовой. Во время тайного голосования членов общественного совета при главе администрации большинством была выбрана кандидатура Александра Широкожухова. В отличие от общественников, в этом вопросе депутаты были единодушны. Судьба дома купца Василия Каяли на Всяйских Рядках давно вызывает тревогу у городских властей и жителей Сестроя. В настоящее время здание с федеральной собственности передано в ведение администрации Волховского муниципального района, и она имеет право распоряжаться его судьбой. Поэтому руководители некоммерческого партнерства «Возрождение» обратились к главе администрации Александру Белицкому предоставить строение им. Организация ведет работу с военно-патриотическим общественным движением «Юн-Армия» Ленинградской области, а также занимается проблемами ветеранов-интернационалистов Волховского района. Для движения «Юн-Армия» необходимы лагеря, в первую очередь для детей, для всех юнармейцев. И сейчас количество очень активно увеличивается. Вот. Конечно же, в первую очередь это все было сделано для того, чтобы мы могли заниматься детьми. Ну и плюс, конечно же, мы не ограничиваемся только юнармейцами, тут же и ветераны, почему мы совместно это все делаем. На заседание Сестройского совета депутатов руководители «Возрождения» приехали, чтобы рассказать о своих планах, а также заручиться поддержкой местных народных избранников, когда решение этого вопроса будет приниматься уже на уровне района. Ну, в любом случае, в этом году мы законсервируем крышу, поставим однозначно. Ну, будем, ну, забор, само собой. Дальше будем уже думать, потому что на зимний период без освещения, без отопления, там, без какие-то работы, это значит заведомо испортить материалы и все остальное. Вот. Если мы, конечно, уложимся все с передачей, с оборудованием, с инвентарем, там почти 200 миллионов с лишним надо вложить денег, так, по-скромному. А если как бы развивать всю эту инфраструктуру дальше, то там даже и больше будет, потому что, честно сказать, на сегодняшний день я знаю, что там разграблены все кабельные линии, эти все подводки, это все надо восстанавливать, водоподготовку, там очистные надо строить, там котельную надо строить, там полностью, там весь букет попадает. Потому что я как строитель в прошлом, я вижу этот объем работы. И хотя в конце диалога у депутата все же остались некоторые опасения, все же они предполагают поддержать инициативу руководителей коммерческого партнерства «Возрождение». Ведь в противном случае многострадальному дому вновь придется ждать новых инвесторов с предложениями. А их может и не быть.